Привет, народ, с вами Варчик. Как у вас там лето проходит? У меня очень замечательно лето проходит. Никак. Успешное просирание лета, в принципе, в разгаре. Бой не так давно был на танке Т-44-100П, в котором очередной раз очень сильно было видно, что ВБР просто дал добро на нагибание. По ощущениям, в этом бою я ничего вообще сверх чудесного не делал. Просто делал дефолтные вещи. Поехал на стандартную позицию. Кстати, есть желание сделать видосик про стандартные начальные позиции, но пока руки не доходят. Неясно, нужен ли вам этот видосик или нет, поскольку видосики вы все равно не смотрите. Поехал на стандартную позицию, что-то там пострелял. И тут началось. Меня просто вообще не пробивают. Какие-то ядерные ракеты в голову прилетают, все отлетает. Ничего не пробивает, урон мне не наносит. После всего этого действия еще на меня танки начали упарываться. Ну и единственное, что я мог делать, пользоваться своей скоростью и небольшими размерами, тем самым мешая врагам нормально меня легко выцеливать. В принципе, это делается очень легко. На экране вы видите, просто нужно двигаться туда-сюда и лозить, не затыкаться в одном месте, и в принципе все. Довольно-таки просто это делается. Но сколько я натанковал на Т-44-100П, причем там брони особо-то нет, просто тупое везение, повезло, все летит куда-то в маску, там чуть ли не рикошетами, не пробивается, там в пушку много раз попали, и урон тоже никуда там в пушку не наносится. И, честно говоря, с годами это, конечно, надоедает. Этот бой был, в принципе, интересный, веселый, прикольный, но, блин, я вообще ничего не делал. Абсолютно ничего не делал. Игра сама все сделала за меня. Она сделала очень много слабых игроков. Они как дурачки упарываются, используют портящие скилл моды. Плюс еще в игре много ВБР, и везения было тоже много. Так же как везет, может и не везти. Вот в этом моменте мне весь бой везло. Даже в конце боя там стоял в прямом простреле советского ИСа 7 уровня. Он не попадал, не попадал, еще и в конце не пробил. Весь бой тупое везение. Бывает, когда весь бой вообще не везет. И со временем ты играешь просто уже не в игру, а она в тебя играет. И ты просто нажимаешь в бой, едешь на свою стандартную позицию, делаешь просто дефолтные вещи, которые ты можешь делать, и вменяемо что-то разыгрываешь. Все остальное делает игра. Захотела игра, ты танкуешь. Захотела игра, ты попадаешь. Не захотела, не танкуешь, не попадаешь. А если попал, захотела игра, пробил, не пробил. Ты только можешь наводиться на нужные точки и нажимать кнопку выстрела. Раньше, когда бои были намного медленнее, игра оказалась ламповой, и ты аккуратненько с интересом играл. Аккуратненько подъезжал, куда-то там нажимал выстрел. Пробитие было у всех не такое жесткое. Точность была не такая. И все как-то там аккуратненько разыгрывалось. Все аккуратно более-менее играли. Сейчас какая-то просто бешеная наркомания. Все куда-то там ломятся, в нулину сливаются или стоят на красной линии. То ты все танкуешь, то ничего не танкуешь, то один выстрел в тебя прилетел, у тебя танк весь кончился, все, хп нет. Альфа какая-то, пробитие у всех большое, просто какая-то жесть. Нету никакой ламповости. И ВБР остался точно такой же, как и раньше, но пушки, с которых стреляют, стали намного жестче. И броню многим танкам тоже подкрутили. И получается, что в один момент ты все танкуешь, в другой момент ты ничего не танкуешь, и у тебя хп отлетает по половине с выстрела. То ты все наносишь урон, то ты ничего не наносишь. И вообще непонятно, зачем ты находишься в этом. Вообще себя ощущаешь какой-то прокладкой между какими-то двумя вещами. Допустим, между кнопкой выстрела и между ВБРом. Ты просто находишься между этим, и все. И от тебя ни хрена не зависит. Да, конечно, скилл в игре за много боев показывает, что у тебя там выше статка, урончик и все остальное. Но по факту нормальный, адекватный человек понимает, что в картошке очень легко это все набивается и делается, поскольку такой плохо играющей аудитории в свою игру, я не знаю, не видел нигде. В другие игры, мне кажется, намного быстрее люди обучаются играть, но в картошку, в настолько простую игру, настолько плохо играть такому большому количеству людей, это нужно было постараться как-то это сделать, я не знаю.
Или это специальная какая-то сверхаудитория такая? И люди до сих пор и никогда, наверное, не перестанут думать, что в картошку сложно играть. Все, что нужно делать, ехать на дефолтную позицию, жать в нужное место кнопку, оборудовать правильно танк, экипаж, и потом, глядя на карту, переезжать туда, где удобнее, после того, как ты поехал на стандартную позицию. Все. И это ты повторяешь из боя в бой, каждый бой. Карты вообще не изменились, никогда не менялись, и новых почти нет. И ты просто, как прокладка, сидишь в этой игре, нахера? Не понимаешь. Раньше хотя бы было лампово и интересно. А сейчас добавили турбобои каждый второй. И ламповость пропала, и интерес вместе с этим тоже. И нового контента в игре тоже нет. Это лично мои ощущения про игру World of Tanks на данный момент. И вам я не навязываю свои мысли. Я так думаю, все. У вас свои должны быть и могут быть мысли по поводу игры. Вот, в принципе, и все. С вами был Варчик, играть красиво, пока.